Выручка ЦКК в 2018 году оказалась рекордной. Компания ЦКК отчиталась за декабрь 2018 года, четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год в целом. Крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции впервые заработал за год более 1 триллиона новых тайваньских долларов, если быть точным, 1,3 триллиона. Обычно мы не приводим значения в других валютах, кроме российских рублей, долларов США и евро, но в данном случае психологически значимая отметка получается именно в местной валюте. Если перейти к более распространенным единицам, окажется, что годовой доход ЦКК составил 32,47 миллиарда долларов, что на 5,5% превосходит показатель 2017 года. При этом по подсчетам ЦКК, выручка в декабре оказалась на 8,7% ниже, чем в ноябре. Впрочем, в годовом выражении доход за декабрь сократился всего на 0,1%. Доход за четвертый квартал составил 9,41 миллиарда долларов, что также является рекордно высоким показателем. Он на 11,3% превосходит доход за третий квартал и хорошо соответствует прогнозу, который давал сам производитель, рассчитывая на доход в диапазоне от 9,35 миллиарда до 9,45 миллиарда долларов. Наблюдатели ожидают, что в текущем квартале выручка ЦКК будет на 10-15 меньше, чем в прошлом. Это объясняется снижением продаж смартфонов и действием сезонного фактора. Напомним, среди крупнейших заказчиков ЦКК – компании Apple и Huawei, борющиеся за второе место на мировом рынке смартфонов.